Всем привет! С вами Дарина. И вы на канале Инстинкт. Поехали! Сегодня предлагаю послушать анекдот от Панкратова Черного. Про тюрьму. А это самый тюремный анекдот. Литературный. 31 декабря, в канун Нового года, дверь в камеру со скрежетом отворилась, вошел надзиратель. Заключенный встревоженно приподнялся на нарах. Заключенный Григоренко. Я. С Новым вас годом. Еще за что? Возмутился заключенный. Обратный анекдот. Значит, 31 июля, 35 градусов плюс в тени, хозяин выстроил зону. Заключенный Григоренко, два шага вперед. Я. Заключенный Григоренко, с Новым вас годом. Гражданин начальник, вы же с ума сошли. Кто ж в конце июля с Новым годом поздравляет? А вам добавили, голубчик. Потом такой анекдот, значит, тюремный. В камеру дверь со скрежетом открывается, заходит. Здоровый мужик, весь татуированный, по 2 метра ростом, такой качок. Так мрачно все нары так окинул, ну все заключенные по нарам так испуганно так и переглянулись, смотрят на него, он говорит: опущенные среди вас есть? Все переглянулись. Я кого спрашиваю? Опущенные среди вас есть? Ну они ему говорят: вот там у параши. Ну он смотрит, у параши там сидит один опущенный, он к нему подходит, говорит: как зовут? Маша. Клава. Будем держаться вместе.